Сегодня в криминальном часе. Серия дерзких преступлений по всему миру наносит колоссальный ущерб. Но что заставило эту парочку выйти на путь анархии и разрушения? Кто они? Отпетые негодяи? Или просто психи? Крысавчик. Именно он стоит за серией атак, которые прокатились от австралийского буша до Гинс-Роу. И теперь этот одержимый взрывчаткой фанатик планирует еще более ужасающие преступления. Его подельник Турбосвин. Безжалостный убийца, который прячет свое лицо под маской. Этот верзила решает все вопросы грубой силой. Преступники жгут, взрывают, грабят и уничтожают все на своем пути. И, похоже, не собираются останавливаться. Их девиз – «После нас хоть потоп». И это значит, что бессмысленной бойне не будет конца, если только вы, наши телезрители, не окажете нам помощь. Если у вас есть информация о местонахождении этих особо опасных преступников, немедленно свяжитесь с нами. Бандитов ждет расплата, а вас — награда.